Привет, меня зовут Павел Абастов, и добро пожаловать в новую серию по игре Alien vs Predator. Ля, какая ползет красавица. С тебя царский королевский лайк, и желаю тебе приятного просмотра. Внешняя дверь под контролем. Надо заблокировать эту зону и вернуться к проходной. Ты мне показываешь, куда идти? Бежали тогда. У нас потери! Повторяю, потери! Потеря. Ну давай, найди меня. Потеря. Твою-то мать. Потеря. Я не понимаю этого машинного интеллекта. Это максимально уме сложности для тех, кто как бы думает, что я слишком легко прохожу. Ну типа, у них есть пушки. Они бы спрятались внутри пушек и типа все. Нет, им надо... Ладно. Кого я осуждаю? Кто-нибудь, откройте дверь, умоляю! Откройте дверь! Тук-тук. Ты бегать от меня будешь? Убираемся отсюда! Убираемся. Так, ничего, надо уничтожить антенну или что? Движение в пределах 25 метров. Слышь, хрен тебя не движение. Я так это, так быстро я не умру. Да вы чё? А ничего, беглый огонь проводит? Я не понял. Жилой беглый огонь? Проклятый ублюдок растворился. Да? Вижу что-то близко. Ну что ты смотришь? Я тоже тебя вижу. Не снижаем бдительности. Господи, он тут! Он тут! Король Артур, на нас напали! Расход! На нахер! Десант, блин, не расслабляемся. Ты чё, что ли, кто-то есть? Сволочь. Давай, давай, иди сюда, я тебя подожду. Контакт на 25 этаж. Ну ты, может, меня... Здесь, здесь. Ну иди сюда, я тебя жду, приятель, как давай, давай. Стену. Надо его вымыть как-то. Осторожней там. Все, отлично, пошел. Сейчас мы с ним расправимся, и получается, нам надо антенну сломать, да? Вот эту. Здравствуйте. Ты был избранником. Так. Отключилась дальняя связь. Пойди узнай, в чем дело. Уничтожить десантников. Но это будет изи. Где вы там, приятели? Да ж так. Прикройте, перезаряжают. А раньше ты это сделать не мог? Перезаряжатор. Они втроем ходят. Да ладно. Втроем ходит, а? Слушай. Слышь? У меня пусто. Защищайте гражданского! Не снижаем бдительности. Да? Десант, не расслабляемся. Нормально вы гражданского защищаете. Десант, не расслабляемся. Все, один отвалился от них. Отлично. Твою-то мать! О, вот он! Да-да-да. Вот он. Ну давай, ищи меня, если сможешь. Черт. Вызовите меня. Назад! А где еще один? Может, я что-то не понимаю, стопэ. Огонь на
давление. А, они вдвоем ходят, я понял. Давайте, я вас жду. Не снижаем бдительности. Паспорт, вылез. Изи. Так, мы уничтожили десантников. Сигнала нет, но она еще здесь. Быть на чеку. Да-да-да. Нам надо проникнуть в проходную, погнали. Неприятель находится на территории. Ждать моего сигнала. Угу. Нам надо проникнуть к этому засранцу. Ну погнали. Проникаем, если у нас получится. Не, не отсюда, походу. Из другого места. Надо искать. Mm-hmm. Так, как же к тебе пробраться, а, дурачок? Нет, ни за что. Оставайтесь внутри. Куда вас несет? Да-да-да. Теперь мне надо к этому дурачку пробраться, да? Сюда! Слышь, работа! Слышь! Теперь ты в ловушке, гадина! Да? Это любовь с первого взгляда! Ну что, теперь тебе весело? Стреляй! Теперь можно не выбраться спать. Лучше не подходи слишком близко к стеклу. Да? Хрен тебе, хрен тебе, ха-ха-ха-ха-ха. Что за чертовщина у вас там? Ответьте кто-нибудь. Изи, изи вин. Справились с дурачками. Съели, съели, да? Ха? Десант, не расслабляемся. Ну теперь поодиночке их будем как-то валить. Погнали. Слышь, это что там такое было? Я не понял. Там пушка такая стояла или ничего? Алло. Слышь, приятель. Я ведь могу сделать кусь. Не снижаем бдительности. Десант, не расслабляйся. Так. Мать вашу, вылез. Ой, они идут, да, я понял. Слышь, ты, засранец. Ты чё? Слышь, ты чё? Да вы издеваетесь. Бегают тут маленькие с огнеметами. Слышь? Как дела? Ну, в общих чертах, так. Один остался, дурачок, да? Где ты? А, здравствуйте. Вы слышали? Там две пушки стоят, блин. Да он, черт его дерит. Я ж тебя поймаю, маленький. Ты же знаешь. Не снижаем бдительности. Так, десантников мы уничтожили, это хорошо. Теперь нам куда? Много жертв. Есть кто-нибудь живой? Отзовитесь. Угу. Отключить генераторы, погнали. Отключили. Внимание, теперь нам куда? Тварь вывела из строя генератор. Так. Еще один генератор нам надо отключить, получай. Ну видишь, ты че, мышь, мразь? Угу. Надеюсь, пушки после этого перестанут работать.
Еще один генератор сдох. Свет гаснет. Угу. Мне надо наверх пробраться. Погнали. Так, 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 так. Куда? Не понял. Куда мне надо стопы? Марлоу, корабль какой-то приземлился. Я немножко не понимаю, куда мне дальше идти? А, здравствуйте. Не сюда. А, ладно. Открываем. Да? Какие меры безопасности? О, приятели. Стопы. Еще ниже, что ли? Что там было? Внимание! Аварийная дверь отключена. Ремонтная бригада, блин. Мы побежали. Лютая серия у нас получится. Я просто отвечаю. Так, проникнули. Они там все погибли. Ничего не вышло. Так, оно без паники, боец. Нам надо скорее выбираться отсюда. Угу. Всем огонь. Слышали? Не снижаем бдительности. Вылез, сволочь. Да вы что, издеваетесь? Мне нужно прикрытие. Получайте. Да вы что, нет? Вы что, издеваетесь? Алло, блин. Вы серьезно? И как мне с вами сражаться, если я против двоих не могу победить, типа? Как мне? Жесть, их трое. Со смартганом ходит девочка. И двое с обычными пушками. Секунду. Да, почему ж так сложно, я не понимаю. Нет! Внимание! Оставайтесь на своих местах. Сохраняйте производительность труда. Не снижаем бдительности. Угу. Пожалуйста, сработай. Сработай. Слышали? Сработал. Не снижаем бдительности. Не сюда, да? Выключайте ток. Вы слышали? Слышал, конечно, я. Хорошо, с дурачками мы разобрались. Теперь что дальше нам? Пожалуйста, сработай. Со мной номер не пройдет. Дьявол! Зачем? Какого хуя? Чего, блядь? Вы что, ебанутый, что ли? Как такое возможно? Вы что, серьезно издеваетесь? И мне весь уровень заново проходить? Разрабы, вы что, разанутые? Капец. A few moments later. Отлично, я вернулся в то место, откуда я начал. Ну и? Со мной номер не пройдет. Да-да-да, ну давай. Сказочный долбоёб. Молодец, приятель. Что, ты взорвался, конечно? Внимание, сбой. Тревога, нарушитель. Пожалуйста, соблюдайте все протоколы безопасности, чтобы избежать угрозы жизни людей. Да, ты мне не врешь? Да. Очень далеко. Движение. Ну давай я вот тут спрячусь. Потому что их трое все-таки. Давай, давай, приятель, я тебя жду. Я надеюсь, меня тут они не заметят. Угу. 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 Десант, не расслабляемся.
происходит, а? Не дышим. Давайте, идите, идите, идите. Не снижаем бдительности. Господи, он тут. Нахер пойдешь? Ха, изи. Какая же сложная серия была. Блин, если она тебе понравилась, пожалуйста, поставь лайк и поддержи меня, потому что я капец как старался и кучу раз это все перепроходил, чтобы записать это все с одного дубля. Внизу в комментариях можешь написать, как тебе серия. Само собой, подписывайся на YouTube канал, оформляй спонсорскую подписку. Ну а я напоминаю, что с тобой был я, Павел Абастов. Увидимся в следующей серии и пока-пока.